нашей модной рубрике трикотажно вязаные вещи всегда лидируют и занимают лидирующие позиции не только по теплоте, но и по красоте. В таком жакете «Дунай» каждая стильная модница подчеркнет свой индивидуальный образ. Для тех модниц, кто ценит комфорт, тепло и, конечно же, подчеркивает именно свой стиль, я рекомендую жакет «Дунай». А я его рекомендую, основываясь на отзывах наших тысяч покупателей. Ведь этот жакет уже успел стать хитом. Мы получали массу положительных отзывов. К нам приезжали даже участницы нашей акции «Новый год 100 тысяч», которые выиграли 100 тысяч рублей в этом жакете. По-моему, наша Ольга Сергеевна из Краснодарского края приезжала к нам в жакете «Дунай». Олечка, если вы сейчас нас смотрите, мы передаем вам огромный привет. Мы вас помним и снова ждем вас в гости. Ну а вы, дорогие наши телезрительницы, кто только что присоединился к нам, давайте еще раз познакомимся с нашим предложением, да, возможно, для холодного времени года. Возможно, кто-то и не видел этот жакет, но тогда усаживайтесь поудобнее, мы вам все сейчас расскажем и покажем. Нет равных этому жакету. Размеры до 60-го, а вот чем же он так хорош, давайте зададим этот вопрос нашему эксперту Светлане. Ну что ж, Надя, всегда, когда я прихожу в магазин, меня привлекают внимание оригинальные ткани с принтом. Здесь мы можем похвастаться. Трикотажно, вязаное полотно. И какой же красивый принт мы здесь видим. Но сложность, конечно же, состоит в вязке. Вот почему я удивлена такой цене. Ты только посмотри, Надя, как можно было проще производителям прокрасить наше полотно. Но мы видим с тобой вязку. И здесь использованы самые любимые классические цвета. Mm-hmm. Белоснежный, черный и серый. И я хочу сказать, что именно эта цветовая гамма сегодня занимает лидирующие позиции в мире моды. И это мы сейчас вам докажем. Да, я тут на досуге листала журналы, и как же я удивилась, что наши поставщики, наши дизайнеры четко отслеживают модные мировые тенденции. Вы посмотрите, какие графитовые силуэты, черный, белый, белый, черный, и какие похожие тенденции сейчас воплощены в нашем жакете «Дунай». То есть жакет «Дунай» получается писк сезона. Конечно, я хочу сказать и порадовать наших модниц, что эта вязка как спереди, так и сзади. И зона рукавов провязана. Вообще, если говорить о вязаных изделиях, то сегодня вязаные изделия популярны. Во-первых, по своему комфорту. Вы только представьте себе, когда костюмная ткань, вы надеваете на себя жакет. Согласитесь, движения бывают скованы. Что же дарит нам вязаное полотно? Во-первых, оно подстраивается под вашу фигуру. Вам не только тепло, но еще и комфортно. Это очень важно. Давайте посмотрим еще раз на размерную линейку и выберем с вами ваш размер. От 46 до 60. Марина носит 52. И сегодня для себя Марина выбирает жакет «Дунай» размер в размер 52. То есть не большемерит, не маломерит, а четко идет по размерам. Четко идет по фигуре. Но я хочу учесть один факт. Если вы выбираете жакет «Дунай» как элемент верхней одежды на сезон осень, весна, лето, я рекомендую взять вам на размер больше, если вы любите свободу. Для дам, у кого богатый верх, широкие плечики, вы тоже можете выбрать на размер больше, учитывая то, что под жакет вы всегда можете смело надеть блузон. Ну что ж, запишите свой размер и звоните нам по телефону, который видите внизу экрана. Звонок бесплатный, общение с оператором бесплатное, не нужно ничего оплачивать сразу. Этот жакет приедет к вам на вашу почтовую, точку, где вы сможете его забрать. Вот мы говорим красивый, красота это одно, но а качество? Давайте посмотрим сейчас, что наш жакет будет согревать нас на все 100%. Наше вязаное полотно состоит наполовину из натуральной шерсти, а 50% здесь пана. Пан – это заменитель шерсти, он такой же теплый. Но еще основное его преимущество – это мягкость. И благодаря пану мы видим такую яркую цветовую гамму. Контрастно белый, черный рисунок. И как доказали уже наши журналы и вырезки журналов, что это тренд. Так, ну пан, я так по ощущениям понимаю, что он здесь есть из опыта. Это мягкость непревзойденная, да, это... в отличие от чистой шерсти. Кто-то, может быть, думает, что шерсть это хорошо. Да, это хорошо, но всегда сейчас наши дизайнеры разбавляют, делают коктейль из этих тканей, из этих нитей и получают вот такой вот нежный, красивый, яркий жакет. Поверьте мне, оно того стоит. Это выбор
тысяч покупателей телеканала Shopping Show. Доверьтесь ему. Ну что ж, жакет можно носить как с поясом, так и без. Для тех дам, кто не любит пояса, у нас есть шлевки. Они вывязаны и переходят в зону карманов. Посмотрите, какая красота. Вот это качество производителя. Карманы имеют окантовку. Это тоже вязаное полотно. И никаких лишних сантиметров. Мы видим накладные стильные карманы с рельефным вырезом арки. Если любите носить пояс, пожалуйста, от этого образ ваш будет только меняться. Наш стильный жакет, за ним еще и легко ухаживать. Температура воды 30 градусов, детский шампунь для стирки или порошок для цветного белья.